Друзья, привет! Я Фикс Прайс на Калантай 24 и 30, Санкт-Петербург. Очень давно не была в этих магазинах. Сейчас посмотрим, что сюда привезли новенького и полезного. Приятного вам просмотра! Большие стеклянные шкатулки, тяжелое фигурное стекло, 399 рублей стоит. Золотые слоны также имеются. Маленькие слоники и собачки, сделанные из керамики. Шкатулки небольшие, черные, с золотом, 299 рублей. Также сюда привезли подсвечники стеклянные, два вида, 99 рублей. Посмотрите, какие слоники. По-моему, им уже года два. Я покупала такого слоника. Хобот кверху, кстати. А я покупала слоника вот там в самом конце на длинных ножках стоит. Стоят они 116 рублей. Интерьерный флакон с распрыскивателем сделан из стали, полипропилена и меди. Три расцветки. 249 рублей. Набор маркеров для бокалов 6 штук, сделанные из пластика. Это товар того года, 39,50. Набор маркеров для бокалов 6 штук, оцинкованная сталь. Это уже товар этого года, 59 рублей. Гель для душа в красивые бутылочки. Очень приятный еловый аромат, свежести, 300 мл, 99 рублей. Питательный крем для рук Сакура. Это новые крема. Второй восстанавливающий крем с экстрактом зеленого чая по 59 рублей. Увлажняющий крем с экстрактом голубики 59 рублей. Тканевая маска для лица гиалурон и экстракт малины. Супер увлажнение и сияние 55 рублей. Также привезли тканевую маску для лица восстановления и упругость с коллагеном и экстрактом ягод Годжи. 55 рублей. Китай. Набор аромажидкостей для диффузора. Ваниль, мускат, бобы тонко, виноград, миндаль, сандал. 199 рублей. Скатерть Рогожка 140 на 150 сантиметров. Фабрика Монро, город Иваново. Снегирей во всех магазинах разобрали. Остались снежинки, домики. Тоже красивые. 399 рублей. Коробка складная, без крышки. Куб, сторона 28 сантиметров. Все серые и с белыми цветами. 229 рублей. Нетканый материал и картон. Полотенце вафельное, 45 на 70 сантиметров. Хлопок. Все в клеточку. Россия, 116 рублей. Очень хорошее качество, плотные полотенчики. Детские термоноски, 72% хлопка. Очень плотные, размеры разные. 3,5, 5,7 и 7,9. Вот такие расцветки вы видите, 116 рублей. Новые рулетки поступили. Длина 3 метра. Вот такая штучка есть. С другой стороны можно прицепить за карман. Состав углеродистая сталь, ПВХ, термопластичная резина. Расцветки разные. 124 рубля. Пакеты для запекания 8 штук с клипсами 30 на 40 сантиметров, 29,50. Терка с ручкой 21 сантиметр, два вида зубчиков и разные расцветки, 59 рублей. Нержавеющая сталь, полипропилен. Щипцы кухонные 25 сантиметров, нержавеющая сталь. Также рабочая часть, полипропилен, 83 рубля, разные расцветки. Бумага для выпечки 5 метров, ширина 30 сантиметров, силиконизированная, 49,50.
Также есть в продаже большие рулоны, почти по 349 рублей, простите. Чайник заварочный, 630 миллилитров, изготовлен из сбора силикатного стекла, подставка и крышка сделаны из пробки, в носике вставлена маленькая ситечка из нержавеющей стали. 349 рублей. Кружка с двойными стенками, 380 миллилитров, между стенками блески. И посмотрите, какой декор, здесь облака. А есть вот такой лес. Это боросиликатное стекло, полиэтилен, терфталат, пока без цены. Конфетница на ножке из тяжелого стекла, 299 рублей. Салатник 2,5 литра, также толстое стекло, 174,50. Подарочные наборы, кружка с подогревом и с ложечкой. Все сделано из керамики, ложка из нержавеющей стали. Белые и зеленые, 399 рублей. Набор соусников на подставке, 3 штуки по 70 миллилитров, но тут туда можно положить оливки, орешки, цукаты, фарфор и МДФ, 249 рублей. Двухсторонние термосалфетки, очень плотные, 43,5 на 28,5 сантиметров. Они такие все немного мерцают, блестят. Светло-серые, бирюзовые, сиреневые. 99 рублей. Набор бумажных тарелок 8 штук с новогодними рисунками 87 рублей. По-моему, очень удобно. Покушали гости и выбросить. И не надо ничего мыть. Также есть такие же стаканчики. 87 рублей 8 штук. Ну вот, показала вам все самое интересное в фикс-прайсе. Вдруг меня осенило, что я вам еще не показывала новогоднюю коллекцию в домовом, магазин домовой. И я пошла пешком к метро Ладожская. Там находится большой очень торговый центр. И внизу в цокольном этаже есть домовой. Сейчас будем рассматривать новогоднюю коллекцию. Красоту. Смотрите, какая красотища. А блюдо 700 рублей. Елочка 900. Так, а такая сколько? Салатик новогодний 1600. Вот. Так, пара чайная 900 рублей. Красивая. А, еще такие тарелочки есть. 490, 730 побольше, 1100. Кружечки 650. Я уж округляю. Как новогодний, 30 рублей. Набор игрушек 12 штук. 220. Что-то красивая чайная пара 756. Чайник заварочный 2470. Это как елочка. Ой. Аж три этажа. Кружка 566. Красивое, конечно, блюдо. Не знаю, сколько тарелки. 420, ну. 600 рублей и так далее. Большое блюдо 1080. Статуэтка декоративная птичка 2000 рублей. Блюдо 900. Ложки, подушки вот такие тугие с завязочками 400 рублей.
Есть с ягодками, декоративная есть еще такая, с мандариночками. 390. Декоративная с кочками. 660 рублей. Ой, она не стресс, там внутри шарики. Шарики женские по 300 рублей. Что тут в составе? Шерсть 95%. Так, есть красный с оленем, есть серенькие. Так, пледы новогодние. 1000 рублей. Флисовые. Небольшие пледы в клетку. 400 рублей. Пена для душа по 200 рублей сейчас. Разные ароматы. Это новогодние 100 рублей. Разные. Со звездочками, с мишками, с оленями. Со снеговиками 130, а не побольше. Очень дорогие. По 70 рублей в стекле. Разные ароматы. Смотрите, свечи мандаринки 100 рублей. Вот такие золотые по 200, высокие эти 100. Фигурка декоративная. Девочка на таких ножках тоненьких. 2200. Так, вот такая статуэтка. Немножко блестит. Два ежика. 1500. 970. 1300. Домик 800. О, светильник. Фигурка. Гранат 620. Просто фигурка. О, жираф 1700. Бочки тут всякие разные. 450, 900, 1000 рублей. 1000 рублей. И 600, кобры 630. Где-то я так увидела уже. Так, лыжник 460. Так, снеговик. Светильник 700. Смотрите, какие девочки хорошенькие. 330. Такие 400. Оленя. Шапочки. 400. Что-то все упало. Такой олень. 670. Посмотрите, сколько здесь стоят шкатулки. Стекло. Наверху вот такой вот, как у нас цветочек. 1000 рублей. Вот так, отличники. Золотой один остался. Стекло тут и пластик, и серебро. 220. Закухонное. Стоит 100 рублей. Вот видите, прихватки 120, 180, рукавичка. Вот такая полотенце, 200 рублей круглое. И с мандаринками, и с ягодками. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Мы находимся до сих пор еще в музее Фаберже. Сейчас находимся в готическом зале. Этот зал служил кабинетом хозяину дворца Петру Шувалову, а затем его сыну Павлу. Такой, этот зал напоминает образцы готической архитектуры. Высокие стрельчатые своды потолка, ажурная лепнина, окрашенная под дерево и расписана темперой. Здесь находится коллекция религиозных предметов. Любуйтесь, рассматривайте. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока.